Молочный завод в Алабукинском районе построен в соответствии с современными требованиями. Производственная мощность его составляет 100 тонн в сутки. На сегодня здесь перерабатывается до 20 тонн молока, из которого производится масло и творог. Всего здесь трудится 28 человек. В будущем, если завод запустится на полную мощность, количество рабочих мест увеличится до 60. Сегодня мы сотрудничаем примерно с 20 предпринимателями, которые поставляют нам молоко. В будущем надеемся, что это число вырастет до сотни предпринимателей. Сырье, закупленное у фермеров, перерабатывается после прохождения через лабораторию, а здесь производится контроль качества полученного молока. В лаборатории работают два лаборанта и один технолог. Мы проверяем молоко и определяем его качество. Мы также контролируем качество продукции, производимой на заводе. Помимо Алабукинского района, завод может принимать молоко от фермеров соседних Чаткальского и Аксыйского районов. До этого в регионе не было предприятия по переработке молока. Наши предприниматели завезли из России коров молочных пород и начали заниматься производством молока. Также появился хороший стимул и для фермеров региона. Еще один завод производственной мощностью 100 тонн молока в сутки строится в Сузакском районе. В настоящее время строительные работы завершены на 70%. Предприятие будет введено в эксплуатацию в августе. На производстве будет от 30 до 60 рабочих мест. Чолпон Медетбекова, Усман Уламсадыр Улу, Алмаз Сатаров, Алатау 24, Джалабадская область.